Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что земли лежат. Сколько их-то длиннее село, мальчиков без усов не пришло. Раз село прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горкой памятью людской развивалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и принесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Смог!» Словно сын его услышать мог. Он рванулся, и траншеи бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь коды мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — попросили, да беги! Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив-здоров, он ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын его услышать мог. Дома все ей чудилось кино, все ждала вот-вот сейчас за окном. Посреди тревожной тишины постучится сын его с войны.